я бы рахмат айтам, но в связи с тем, что Русайте можно, в связи с тем, что 23 марта будет исполняться 100-летие образования Башкирской автономной республики, вот мы, Курултайлар, хотим провести круглый стол, посвященный этой дате. Алла верха, я всех ваши вот координаты возьму и приглашу. Безга тоже килешегет. Сарага. Духовное управление мусульман Блегманида, автозаводское метро, Здесь, конечно, проходят замечательные вечера, но проблема в том, что вот вы обратили внимание, что народу у нас все равно маловато. Доезжать тяжеловато, и все-таки хочется, чтобы вот мы передавали эту информацию о том, что проводятся здесь не просто развлекательные какие-то мероприятия, а познавательно о своем народе, о других народах. Вот, как я уже сказала, у нас много межнациональных мероприятий. 25 февраля у нас здесь пройдет, 25, а может 26, уточним, День родного языка. Мы пригласим другие национальные сообщества. У нас обычно бывает до 7, до 8 национальных сообществ. Приглашаю вас, пожалуйста, принять участие. 25-го в доме... Секундочку, вы подумайте, лучше 26-го, 25-го. Да, я уже в курсе, что много мероприятий 25-го. Скорее всего, 26-го будем проводить. Очень много мероприятий. Здесь же? Нет, нет. А, День родного языка, да, 26-го здесь. А сейчас слово нашей талантливой певице Альфии Нигматуллиной. Она перед выступлением, я попросила ее, чтобы она донесла до вас информацию о новом деле, который она начала. Я говорю, сделай, пожалуйста, вот людей много будет, будет очень всем интересно, а потом послушаем с удовольствием ее чудесный соловьиный голос. Спасибо большое. Я всех приветствую, очень рада видеть. Я очень рада, что я успела все-таки приехать, потому что у меня сегодня... Я открыла свою школу вокала Альфии Нигматуллиной, и сегодня у меня в связи с этим была фотосессия, съемка, потом начались первые занятия. Я очень рада, что я все-таки успела, я так бежала, торопилась, да, вызвала такси. Я всех приглашаю в свою школу вокала, всех, кого интересует, я оставлю вот контакты, всех, кого интересует, научу, да. У меня своя методика преподавания, за 8 занятий реальные результаты вот есть у учеников. А? У меня внучки, может быть. О, отлично. Я и детей учу, и взрослых учу всех. С детьми особый подход, у меня опыт большой. Где работы. На Китай-городе. А сколько вам самому лет? Что? Сколько вам самому лет? 8. 24. Да, мне 24, я с 3 лет выступаю на сцене, всю жизнь посвятила музыке. С 3 лет на сцене, потом окончила музыкальную школу, потом колледж, потом академию. Вот. Поэтому всю жизнь я на сцене, всю жизнь... Еще не замужем? Еще не замужем. Академия имени моего Нила. Знаете такое? Сейчас я флешечку. Кому можно отдать? Сначала я не знаю. Нет,